В ходе инспекционной проверки глава обошел улицу Советскую, Чкалова, Горького, Ухтомского, Ленина и ряд других улиц. По словам Дениса Семенова, основная цель – выявить все имеющиеся недостатки, выслушать мнение горожан, а также дать поручение ответственным за территории. Губернаторам Московской области поставлена важная задача. Службы коммунальные должны активно взяться за работу, привести все города Московской области в порядок, выполнить все работы по ямочному ремонту, нанесению разметки, покраске опор, освещения бордюров, тротуаров. В общем, все просьбы жителей, все, что поступает в региональный ЦУР, что поступает обращение на добродел, нам в городе необходимо все устранить и ликвидировать все замечания жителей. Прозвучали замечания в адрес собственников торговых объектов, основная часть которых касается состояния фасадов, прикрепленной территории, уборки мусора, окоса травы, а также размещения различных рекламных конструкций. Совершая обход по площади Советской, огорчило состояние некоторых территорий в плане чистоты и порядка. Совсем прям расстроился, там огромное количество мусора, не понимаю, почему собственник «Магнита» не может покосить, навести порядок, почему не могут убрать мусор, почему вокруг все разлетелось, там, ну, вообще не следят за своей территорией прилегающей. Видно, что хозяйской руки там вообще нет. По некоторым торговым объектам можно аналогично сказать, но, наверное, не буду всех тут перечислять весь список. Сейчас торговый отдел вместе совместно с Санитехнадзором будут привлекать уже к административной ответственности за несвоевременное содержание этих территорий. Немало поручений глава дал управляющим компаниям и дорожным службам. Очень много задач и замечаний по наведению чистоты и порядка. Также, ну, критичного ничего нет, но также хочется сказать, что дорожно-транспортная сеть необходимо на этой неделе сделать разметку пешеходных переходов, завершить. Также необходимо завершить ремонт тротуаров по улице Ленина, чтобы полностью все ремонт дорог у нас в этом году был завершен. В рамках государственной программы формирования современной комфортной городской среды в парке начались масштабные работы по благоустройству. Подрядная организация снимает старую брусчатку. Напомним, что в этом году планируется заменить брусчатку на центральной аллее на качественное асфальтобетонное покрытие, отремонтировать несколько радиальных аллей, установить модульный туалет. Помимо всего, в протокол обхода вошли такие поручения, как мелкий ремонт тротуаров, окос травы, спил аварийных деревьев, уборка дорожного смета, поддержание чистоты в зонах отдыха граждан.